Константин Михайлович, от всей души примите мои поздравления с наступающим Новым годом. Уверен, что 2019 год для военмеха успешный, дорог, как и все остальные. Но вот сегодня зал преобразился, опять стал гостеприимным для того, чтобы можно было сказать о том, что в 2019 году лучшие студенты пришли на прием, новогодний прием, к ректору. Вас с Новым годом, аплодисментами студентов! Ну и ваше слово. Так, дорогие студенты, деканы, проректора, администрация, я очень рад, что мы установили такую традицию встреча ректора, может быть, не только ректора, администрации со студенческим активом. Военмех в течение всей своей истории был вузом, где большое внимание уделялось общественной жизни студентов. И мы глубоко убеждены, что общественная жизнь играет ключевую роль в воспитании. А от воспитания и образования зависит и ваше будущее, и ваша судьба. И вы пришли к нам для того, чтобы получить качественное образование и быть успешными. Военмех всегда отличался тем, что мы выпускали успешных выпускников. И все время говорили, что военмех занимает одно из первых мест по успешности карьере наших выпускников. Ну и, в общем-то, это все подтверждается. И в этом году был очередной рейтинг, который показал, что огромное количество наших выпускников работает топ-менеджерами. Мы заняли первое место в этом рейтинге среди вузов Северо-Запада по количеству топ-менеджеров, которых мы выпускаем. И я глубоко убежден, что всех, кто хорошо учится, занимается активной общественной жизнью, ждет успех. Начинают звонить наши выдающиеся выпускники, передают всем огромный привет. И вот я хочу сегодня, пользуясь случаем, передать привет от Романа Владимировича Старовойта, главы Курска, который работал главой Росавтодора. Он сегодня с утра мне звонил, поздравлял наш коллектив. И узнав, что будет студенческая встреча администрации, просил передать теплые слова студентам. И сказать, что в то время, когда учился он, когда я учился, был комсомол, и мы активно общественно взаимодействовали с друг другом, понимая, что некоторые качества, ответственность перед своими друзьями, перед каким-то делом, в том числе формируется и вот в таких общественных мероприятиях. Просил передать привет, наилучшие пожелания, что я делаю. От лица нашей администрации я хочу заверить, что судьба каждого из студентов нас очень волнует. И для любого преподавателя самой лучшей наградой является успех наших студентов. Поэтому я желаю вам счастливого пути в будущем, хорошего и удачного обучения в военмехе, вашей удачной карьеры и всего самого доброго. Поздравляю вас с наступающим Новым годом от лица администрации и желаю вам всего самого доброго и прежде всего успехов. Спасибо.